Банк ядерного топлива будет находиться в Казахстане. МАГАТЭ одобрил соглашение по созданию и управлению банком низкообогащенного урана в нашей республике. Он предусматривает хранение металла для производства топливных элементов для АЭС в газообразной форме. Обработанный уран менее радиоактивен, чем природный, и не представляет опасности для жизни. Площадкой размещения банка, по предварительным данным, может стать Ульбинский металлургический завод Восточно-Казахстанской области.